Один из подписчиков оставил такой комментарий под одной из частей этого прохождения Hogs of War. Опять свинство развели. И свинство-то стопроцентное. Я прям хочу начать с этого комментария, друзья. Отличная, отличная реплика, касающаяся отличной игры Hogs of War. А у нас следующая карта, которая называется Square Off. Square, наша любимая компания, разработчик большинства зрителей этого канала, потому что я тут прохожу игры от Square очень активно на 100%. Но сейчас Square Off, и это будет быстрая и нервная позиционная перестрелка. Видите, я поставил всем базутчиков и поставил 10 секунд на ход, друзья. И мы знаем, как часто при 10 секундах вообще нереально ничего успеть. Но мы будем стараться. Давайте начнем карту Square Off вместе с вами. Синий спускается в шоке, говорит, как я за 7 секунд даже не успею расчехлить свой миномет. Так, осторожно, смотри, не утони. Вот он достает. И просто на последней миллисекунде успевает, уже 0-0 на тайминге. Но ложит круто, по красному, ложит круто. Да, я поставил еще двойные жизни, я говорил, что как-то в одной из карт, что мы будем играть с вами в ближайшее время с двойными жизнями и с быстрым таймером. И вот, всех базутчиков, все, перестреливаемся с тех позиций, на которых стоим. Кто не успел, ну, что ж, это свинство вот сейчас, как у него, он, наверное, возмущается, какое свинство. Так, красный. Нам дали право последнего хода. Красный подло залезает в дот. Выпусти какую-то еще зеленую гадость за собой. Но не успевает походить. Тут падают ящики с вопросом. Впервые, по-моему, за наше прохождение. Ящики с вопросом. Так. А давайте-ка я попробую взять один из ящиков вот здесь в доме. Он же здесь лежит, да? Да. Это интересно. Я даже не успел ящик взять. Не то, что произвести атаку. Так, трубу достал. Но не успел. Get ready, суши швайн. Сейчас из пистолета, видимо. Но нет, из миномета. Но не успел. Там за минным полем на полигоне трое. Желтый, синий и наш, к сожалению, тоже оказался. Парень, не успеешь ты поднять так высоко. Ты по кому бьешь? За карту? Он решил не выставлять угол, ну и, соответственно, ничего хорошего это не принесло, друзья. О, вот здесь я от них убегу, пусть они там разбираются между собой, а я попробую сесть в дот и их обоих поливать. Еще вон взяли... Rifle Burst. Успел. Его взбесило, что я сел. Он успевает. Говорит, наконец-то. Мы атакуем, просто столько раз не успевали, да. Ничего себе, слушай, ты поломал дот там очень-очень сильно и ящик взорвал. Он прям... Ему не понравилось, что я вышел из игры. Airstrike X2. Очень хорошо. Так, этот нагревает красного в доте. Окей. Тут наш парень спрятался. Он, скорее всего, сейчас всего из пистолета будет по нему бить. И попадет в стену. Ну или не успеет расчехлить свою трубу, как всегда. Так, ты где стоишь? Так, тут... Давайте попробуем его отправить в водичку. Вот тут еще один есть, который еще больше просится. Ладно, начнем с тебя. Раз ты больше просишься... Ох, я чуть-чуть не туда повернул, но, друзья... Время, сами понимаете. Вот это я люблю. Вот это парень просто цепляется за жизнь. Если его не вынесут, мы ему прыгнем на голову. Забавно.
очень динамично, да? Один цвет сменяет другой, кто-то не успевает, кто-то в панике что-то хватает, успевает сесть в дот, но не успевает походить. Я не знаю, мне нравится такой, такой режим. Красного выкуривают, но мимо. Хотя нет, хватило. Хватило, и он даже нырнул. Вот, попробовал эту воду в канале. У нас тут вообще поблизости никого с ними. А чё ты решил не брать ящик, как-то так встал? I will not fail you. Да, интересно, интересно. Ух ты. Нырнул? Нет, не нырнул. Так, 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 сейчас подумаем, что нам надо делать. Нам надо взять ящик и как-то быстро что-то сделать. Это хорошая штука. Я прямо отсюда ее и брошу. Надеюсь, переброшу. Хватило? Скажите, что хватило. Нет. Сколько осталось? Он же сядет сейчас в дот. Красного, кстати, как-то пощемили. Посмотрите сейчас на баланс сил. Но в игре на четверых это ни о чем не говорит, друзья. Все меняется с сумасшедшей скоростью. Тоже, да, меня? Да, они прям вдвоем ополчили за то, что я пошел сел в дот, и меня выкурили оттуда. Просто я даже не успел стрельнуть из этого несчастного дота. Ух, как я завизжал. Неприятно, неприятно. This I am enjoying, Daddy Cool. А это как-то обидно. Бочку не взорви. Ух, там очень опасно рядом с бочкой. Так, меня выкурили наглым образом. Ну, значит, будем наглым образом без прицела стрелять. Вот, без прицела 3 вошло. Неплохо. 6 на ум пришло, 7 с ума сошло. Куда ж ты так двоих нагреваешь? Ты маньячина. Больше по себе попал. А наш пацан вообще остался невредим. Чуть-чуть он угол передержал. Там же твой, смотри, там твой. Ах. Красному, в общем, досталось на этой карте. Сделаешь себе минус один или доплыл, ну, но еле-еле. А этот ваншотный уже. Будешь забор расстреливать? Ну да. Думаю, будем пока сидеть там. Вирту. Так, а здесь тоже можно сесть в дот. Но там у нас есть парень, которому надо прыгнуть на голову. И я только сейчас вспомнил, что у нас 10 секунд. Так что на голову не получится. Просто дадим с базуки. А в дот сядем на следующий ход, если не убьют. Так, этот по скользким плитам ушел на дно. Первый фраг за нами, ура. Вот сейчас и желтый возьмет себе фраг. Не успел. Ты можешь взять фраг с желтого. Ничего себе. Так. Знаешь что, дядька? Давай-ка мы попробуем тобой кинуть вот туда на остров. Я просто на ощупь стреляю, друзья. Скорее всего, это будет выстрел в водичку. Хотя нет.
Давай, давай, успей. Ну, ты мог нормально угол поставить, но к чему эти стреляния за карту? На мины решил меня скинуть. Ну, почти. Оставь меня в покое. Но он еще два раза выстрелит, потом у него кончится здесь. Вот этот пулемет. И мы сможем из укрытия выйти. А пока укрытие нас очень спасает. Так, я буду пытаться все равно забросить туда на центральный остров, потому что там есть фраги. Ох, это далековато. Хотя, там достаточно касания, но нет, нет. А все почему? Потому что 10 секунд, и я не могу думать о том, чтобы как-то там выверить угол. Просто вообще радуюсь от того, что я успеваю выстрелить. Так, а вот тут уже не радуюсь. Потому что это по нам. Это по нам через всю карту, друзья. В наш домик. Но тоже он немного не рассчитал угол. Та-да-дам-там. Ну все, ты уже не успел. Ты уже не успел. Даже не доставай, говорю, не успел. Тоже не успел. Не, я, конечно, понимаю, что за карту пострелять это весело, но странно, почему они так бесятся. Может, их тоже бесят такой тайминг короткий, они таким образом психуют. Не знаю. Друзья, не знаю. Да сядь ты. О, это было неплохо. Джетпак. Куда ж ты на нем полетишь 10 секундами? Опять мимо? Или... А, сюда хорошо. Еще разочек так положишь и выкурим его. This is almost too easy. Так, они объединили усилия по разносу турели и разнесли ее. Это значит, что Вирту может добивать его. У него 32 жизни. Что у тебя есть для этого? Миномет, да? Ну, давайте минометом. Ох, это я сильно-сильно, надо было чуть-чуть. Хотя вроде... Ну попади, попади. О! Все. С красным мы разобрались. Причем как-то так, красный взял и вышел из игры. Синий сейчас самый жирный. Взрывается очень страшно. Только не огнемет. Ох ты негодяй, посмотрите какой хитрый. А может нас выкинет кто-то, к счастью. Не, мы не долетели до мин. Слушай, ну теперь, теперь я тебе покажу, как надо пользоваться огнеметом перед минным полем. Ну тебе повезло. Рельеф тебя спас сейчас. Ты решил посерединке, да?
Разумно. Ай! Минус первый. Наш хряк. Жалко. Ох, там бочка еще. Осторожно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же сильно-то, а? Как же сильно. Так, ты. Миномет есть. Я его не довернул. Да, понятно. Понятно, бывает, да. Дирижаблики. Думал, два миномета осталось, одним перестреляюсь немножечко. А вторым... Но дирижаблики. А вот это уже будет больно с бочкой сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как я там хожу по офигенно тонкому льду. Не хочется, чтобы он проломился, надо садиться в дот. Туда же? Нет, повезло. Так. Я нажимал стрельбу, честно говорю. Жал изо всех сил. Так, синий берет второй фраг. Синий начинает меня раздражать, потому что он конкурент наш становится. Он решил похлопать на минах всех. Закинешь? Очень неплохо. Дот, дот. Давай, 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 давай. Вот так. Сейчас все... поймают ярость за то, что я сел в дот, и начнут меня оттуда доставать. Ну вот, что я говорил. Это еще терпимо. Как будто... Ну, в общем, очень они разозлились, да. Очень разозлились из-за дота. Так, ну здесь надо попасть. Это хоть и не просто, но вот так, да, где-то? Ну, хотя бы, да. As you wish. Все? Недолго же я в нем побыл. Даже не успел стрельнуть, понимаете? Набросились, разодрали. Очень жестко. Вот этот здесь еще к победе придет. Он там за забором. Швыряет оттуда просто по одному, по второму. Опасный. У нас есть три воздушных удара, понимаете, друзья? Три. И я сразу начинаю первый делать.
поплыл доставать те мины две, что на дно пошли. Да, говорит, плавает там как лосось. Your war is now over. С ума сойти. Надо в домик прятаться. Надо прятать Вирту в домик. Жалко, что у Вирты нет воздушных ударов. Реально, давай прячься, потому что это ж наша безопасность. Вот тут и сиди. Два воздушных удара у нас еще есть, можно хотя бы этого синего ими вынести. Если он даст это сделать. Похоже, не даст. Time for you to sleep. Хорошо стреляют, пацаны. Hey, what a good scrap. Хорошие ящики из тебя выпали. Да только не добраться до них уже. Я вовремя туда сел, друзья. Очень вовремя. Так классно, что убежище послужило нам спасением сейчас. Ну круто ведь. Просто реально круто. Я и дальше здесь буду сидеть. Просто возьму из пистолета, стрельну в стену. И скажу, что это изи, да. Синий посмотрел, думает, если даже с дирижабля не пробили там крышу, то я точно не пробью, буду желтого урабатывать. Хорошо, очень хорошо стрельнул. Вот это я очень люблю в свиньях, когда искусственный интеллект ложит через всю карту практически с точностью до 100%. Из базуки, из миномета. Думаю, пока что нам надо сидеть в домике. Можно потратить огнемет, чтобы он нам не мешал нагреть стены. Как у кого-то останется жизнь на добивание, так выйдем и постараемся попасть. Хотя такой точности у меня как у компьютера нету. Сейчас его еще и в воду отправят. Не, в этот раз промазал. Так и я могу. Слушай, отстань от меня. Займись синим. Сколько раз он бы уже нас убил, если бы мы были не в домике. Крыша еще держит. Давайте переместимся, а то вдруг здесь скоро крыша поломается. Вот сюда куда-то. Так, только не говори, что ты хочешь на меня переключиться тоже. There is nowhere to hide. Ну, синий нормально вырубает. Если синий убьет его и меня, то он еще и победителем спокойно может выйти. Желтый сказал себе, я пробью эту крышу в этой жизни. Ну и мы видим, как усердно он пытается это сделать. Но у нас домик крепкий. Одну тычку мы от него еще выдержим, но выходить пока рано.
пока, друзья, выходите рано. Fear me. Этот его потихоньку сгрызает. Опять мы. Ну да, да. Его реально так, так как-то сосредоточило на нас. Хотя он бы уже мог спокойно убить синего. Я думаю, там не проблема это сделать. Так, ну и опять. Еще стоим, а вот на следующий ход уже пойдем. Да ладно, вы с ума сошли? Оба? Почему так? А я еще думал, может выйти. Хорошо, что не вышел. Так. Как назвать эту миссию? Крепкий дом? Бомбоубежище? Под крышей дома своего. Не, ребят, я не выйду пока. Простите, но вы еще слишком жирные. They are similar to a fish in a barrel. Вот если желтый сейчас еще в ответку даст синему, это будет круто. О, все. Так, ну, что можно сказать? Очень плохо. У синего очень много фрагов, и большая вероятность, что он вынесет нас, друзья. То есть нам надо сейчас два раза не промахнуться вообще. Я не успею этого ни при каких раскладах. Никаким образом. Я даже не вижу его. Куда мне стрелять? Как-то так? Недолет, что естественно вполне. А больше миномета нет. Да, это печально. У нас такая веселая игра здесь складывалась. И, похоже, придется проиграть. Надо как-то хитро попробовать встать между этими стенками. О! Стена нас защитила. Так, а если теперь я возьму базуку? Поставлю, допустим, вот такой угол и дам на максимум. На! Мы выстрел еще выдержим сейчас. Но нам надо минимум два раза в него попасть. Это при самых удачных раскладах. Так что... И успевает же. Все успевает. Если эти стены нас спасут, этот домик будет просто... Так, он вообще сейчас как-то тупит. Надо, значит, вот так чуть-чуть поднять угол. Вот так. И на максимум. Ну что, даже если он сейчас попадет... У нас есть шанс на победу. Такой вот чудесный домик. Я вообще не думал, что он нам так послужит, друзья. Now I deliver pain, avec suffering. Снова он мажет. Снова я беру базуку. Немножко поднимаю. И тут чуть-чуть, не до конца. Чуть-чуть. Должно нормально зайти. Нет, надо было бить до конца. Ох, зачем эти эксперименты? As you wish. Would that be me? Hello? Идеальное убежище.
ready for this. Но перестрелка была интересной. И мы побеждаем. О, там, о, Blast, I'm mortally wounded. Вот так, друзья. Мастер-садист выдали желтому. Ого, как. 9-4-4-0. Красные тут были вообще слиты изначально. Очень-очень, да, так всеми. Аж приголубить их хочется. Ну ладно. Это игра в свиней. Тут всякое бывает. И дальше всякое будет. Так что продолжим в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.